награждены медалью МВД России за смелость во имя спасения. Полковник полиции Юнусов Абдулхалик Абдулхамитович, командир отряда специального назначения ГРОМ Управления МВД России по Ульяновской области. Старший лейтенант полиции Крикунов Кирилл Павлович, старший оперуполномоченный отряда специального назначения ГРОМ. Проявили героизм, спасли детские жизни. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил ульяновцев медалями МВД России за смелость во имя спасения. Памятные награды вручил начальнику МВД России по Ульяновской области Максим Петрушин. Несчастный случай произошел в Калмыкии на трассе. Стражи порядка возвращались с командировки и ночью на трассе стали свидетелями ДТП. Пассажирский автобус, где находились дети из команды по хоккею, врезался в грузовик, перевозивший железобетонные плиты. Ехали мы с Владикавказа, вот, под Элистой, остановились, там ремонтили трассу, вот, автобус остановился, ну и мы ждали, пока нам откроют светофор. В этот момент нас сзади ударила КамАЗ, вот, и мы ударились в встречную машину, которая стояла тоже на светофоре. Вот, ну, потом автобус помял у нас, и там дети вот, начали кричать. Одна из плит сползла на автобус и угрожала придавить пассажиров. Подоспели ульяновские полицейские. Не теряя ни минуты драгоценного времени, они эвакуировали ребят и сопровождающих в свой автобус. А дальше организовали их перевозку в Волгоград, где передали родителям. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм. У них еще шокового состояния еще не было, как скажем, они не поняли. Потому что ситуация произошла, как бы они спали, ехали все. Вот, все пассажиры ехали, спали. Автобус остановился, и вот эта вот ситуация произошла. Да, начали оказывать помощь и спрашивать, кто какие травмы, может, что-то какие-то повреждения спрашивать, кто что травмы какие-либо получил. Начали выводить, так скажем, эвакуацию проводить. Эвакуацию провели, наш микроавтобус. Как бы всех усадили, еще раз переспросили, кому-либо какая медицинская помощь нужна. Ну, где-то там у кого-то зуб сломанный. Ну, дети так вот посмотрели визуально таких, как бы скажем, осмотрели, как бы визуальных таких. Травму, то бишь нет. Главное было, по словам Абдулхалика Юнусова, наладить контакт с детьми. Не напоминать им об аварии, а наоборот, переключить внимание. Родители и педагоги неустанно благодарят ульяновцев. А они, в свою очередь, свой поступок особенным не считают. Ведь настоящие полицейские не могут пройти мимо чужой беды. Анна Тищенко, Улправда ТВ.